пойдем нашу елку показывать Арине. Ну как наша елка? Красивая. Классная? Ага. Из котлет. Артурчи, смотри, какая елка красивая. Прикольно. Да? Классно. Опа, сразу сейчас полезет. Это реально настоящая елка. Съедобная причем. Ага. Сейчас мы будем пробовать. У нас уже было две съедобных елки. Это и елка. Скажи, пока я чищу, Артурчик у нас играется с мандаринками. И мы тут тоже кушаем. Наша елка начала уменьшаться. Арина, кстати, котлета вкусная. Ну, гречневая. Да, ей нормально тоже пошло. Арина там что-то хочет показать интересное. Шашлык. Она сделала. Она сделала шашлык. Подожди, не фокусируется. Горошек, кукуруза. Ой, все, будем кормить Артурчика. Ну давай. Вот такая вот мишура у нас получилась. Елочка и украшение над елочкой. Если вам понравилось, ставьте лайкосы, подписывайтесь на канал здесь и зажимайте колокольчик. Всем гудбай. Уже положил, все снял. Ждем наступления Нового года. Артурчик у нас занялся елкой. Он у нас собирает фрукты с елки. Да, у нас игрушки пластмассовые. И стеклянные. Смотри, раз. Легко снимается. Оп. И собирает. Он даже там эта штука. Наснимал целый он. Он так уже играет, наверное, несколько часов подряд. Да, пару часов уже. Снимет, оденем. Снимет, оденем. Вот так вот. Урожай собирает. Ну, реально урожай. Да, общем, много это, здесь урожая. Когда у нас будет свой сад, он будет нам помогать урожай собирать в пакет. Вчера собирал, можно идти. Тут это, кстати, тут качество все ужасное. Так, пульт тоже надо туда положить или включить себе новогоднее настроение по телевизору. Сачка заинтересовалась, пришла. Играй в мячики. Вот. Да. Так, скажи, на кусачка, на. На кусачка мячик, да. Держи, поешь фрукт. А, это же кусачкино любимое место, елка. Да. Она ж одна там только лазит по ней, там спит где-нибудь кусачка посреди. Может залезть вот сюда вот, лечь и лежать. У нас она в Минске так спала на елке внутри. Где-то у нас даже ролик есть на канале. Ну, там маленькая еще была, да. А жулик ряд... не было. Да, а жулик сидел рядом и завидовал, наверное, ей. Все, подорвал. А я приделаю. Кстати, там, когда я сегодня делала ролик, этот кусачка на елке, там она, ну, я ж с фонарем снимала, и я сделала скрин, ее глаза, короче, светящиеся, и остальное все там, лампочки светятся. И, короче, прикольно фотку эту выложить, типа, найди кота. Это еще надо, короче, найти, она так замаскировалась там прикольно. Да. Глаза только горят, как огоньки. Видео вышло уже или нет? Не, я завтра на 2 часа а выпущу. А где та картинка, я хочу найти кусаку? А не найдешь. Собирает урожай. Давай мне. Спасибо. А меня? О, этот полностью снял с корнем. Пожалуйста. Угости меня. Не хочет ты меня угощать. Пошел еще снять. На, повеши шарик, Артур. Нет, да. Нет. Все себе, все себе. Да, не на елку, нам так себе. Мы себе подарок уже решили, какой подарим. Сегодня нам. Сегодня? Ну, на Новый год, да. Сегодня! Это настольная игра. Нет.
Да не надо гадать. Подарок все, гадать не надо. Хорошо, я не буду гадать. Этот, что я хотел сказать? Просто спрашиваю. Катушка готова. Это же настольная игра. Все, мы пойдем обедать. У нас сколько? 3 часа дня, может, наверное. Все. Да. Что, малыш? Что? Давай. Положи себе в пакетик, давай. Нет? Сам положишь. Скажи, не вмещается. На. Давай я тебе переверну пакет. Давай, смотри. Вот, ложи сюда. Ложи. Не попал. Вот так вот. Молодец. Собирай дальше. Собирай. Молодец. Ну-ка, давай. Сейчас все соберем, повесим на место и пойдем кушать, да? Что за носик? Решил туда все перенести шарики, да, малыш? Ложи. Давай, ложи. Я положу тебе сюда, а ты ложи. Нет, хочешь на весу? Какой важный парень. Невозмутимый. Привет. Всем привет. Наконец-то... Начались влоги. Наконец-то, наверное, все-таки начнутся влоги. Мы отдыхали и от влогов, от съемок. У нас выходили очень короткие видео с котами в основном. Выходные закончились, праздники. Теперь начинаются рабочие будни. Значит, мы будем дальше снимать себя. Так, Артурчик у нас тут валяется на полу. Балдеет. Так, малыш. Жулик занял мамино место. Спит. Коты у нас всегда в это время спят. Кусачка спит. Здесь у нас баррикады, стул, как всегда, у нас стоит наверху, потому что Артурчик у нас лазит на стул, на стол. Вот, будем убирать. Ты что тут валяешься? Ты что тут валяешься, а? Что ты развалился тут? Что? 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 А у нас время обеда-то уже. Будем кушать. Первый час уже. Ай, что? Сейчас пойдем кушать. Папа на работе, а мы балдеем дома. Сегодня никуда не пойдем. Сегодня потому, что нам никуда не нужно. Смотрите, какая у нас зима красивая. Ветра даже, наверное, сегодня нет. Ну, морозик уже. Но мы решили остаться дома. Смотри, как жулик спит. Смотри, какой красавец. Ты посмотри, погладь жулика. Давай погладим жулика, давай, Артурчик. Смотри, как он любит это дело. Так. Что ты делаешь? Артурчик у нас как самостоятельный, с телефоном песни слушает, да, малыш? Анрину сегодня поздравляем с дебютом. Она сегодня монтирует свое видео. Я ей показала, как. И она это делает. Вот, а Артурчик у нас играет в игру. Делали тут втроем пиццу, играли в игру. Арина себе купила на Новый год подарок такой. И Артурчика тоже привлекаем к играм. Вот он теперь пиццу собирает в пакетик. Так, такой вот у нас повар есть, жирненький. Наверное, любит очень покушать, да, Артурчик? И прикольная игра. Накормить хочешь дядю повара? Накорми, накорми, Артурчик. Где твой пакетик? Собирай в пакетик ингредиенты. Собирай. Вон пакетик у тебя там. Смотри. Вон там. Собирай. Так. Поиграли. Теперь можно и сложить все на место. А можно и выложить все. У нас сонный час. У нас сонный час только у Артурчика. А у остальных рабочий час. Вова сел там монтировать видео. Кайфует. Релаксирует. Так, я тут монтирую видео. А Ринка там что-то рисует. Тоже. Да, работает. Ладненько, всем по местам, пока Артур спит. О, ты знаешь, Артурчик, что мы с тобой не фоткались на фоне нашей красивой стены. Почему не фоткались? Чего ты такой серьезный? Нет у нас фоток. А, есть, но там плохо видно елочка. Вот такая у нас елочка. Красивая. Папа у нас там работает до сих пор.
Аринка у нас там отдыхает. А мы с Артурчиком уже не спим. Артурчик не спит. И мама не работает. Вот так вот. Будем теперь балдеть. Артурчик, глянь, кто домик твой занял. Игрулька проснулась. Посмотри. Ну-ка. Глянь, как она играется. Ну-ка, ну-ка, кусачка. Палочка, смотри, Артур. У нас по палочкам спецжулик. Видишь? Сака. Дай кусачке мячик, скорей. Кусачке дай мячик поиграть. Ближе брось. Смотри, катим кусачке мячик. Смотри. Опа. Ну-ка, кусачка. Не хочешь играть? Кусачка не хочет играть, да? Ну ладно, пускай сидит. Ох ты, она только что отбила мяч, кусачка. Она лапой мячик отбивает. Приколистка. На. Ну, ты ей именно кати. Артур решил забрать мячик, да? Вон она хочет, чтобы ты с ним поиграла, а не с кусачкой. С тобой гулять, давай. Вот, а он кусачки бросает. Нет, я ему показывала, я кидаю, он так тоже повторял. Так. На. Все, папа, ты уже закончил работать, да? Нет еще? Вообще с дивана за стол. Что ты там достала? Нет. Еще один мячик? Артур, смотри, давай кусачки. Ха-ха, отбила. Почему-то именно туда. Все, Артур, это Артурчик в дом, он забирает его. Сувенир, деревянная кошка, Индонезия. Смотри, какой сувенир классный. Понес кошку. Скажи, эту можно поносить, да? За шею даже. Ничего с ней не станет страшно. Все, наигрался уже. Артурчик. Ты ж так ее просил с полки. Хотел, чтобы тебе ее дали. Ну вот все, на. На, бери теперь. Поставишь? Ну давай поставим. Пускай стоит. Истукан деревянный.